Be Avenger — это простой, но в то же время красочный платформер от разработчиков и студии Black Dog. В игрушке вам предстоит наказать наглого медведя, который решил полакомиться медом и украл пчелиный улей прямо из-под носа у всего роя. Но как это обычно бывает, находится герой, который отправляется в погоню за негодяем. Вот и весь нехитрый сюжет. Вам предстоит рулить маленькой пчелкой, которая от уровня к уровню преследует воришку. А для того, чтобы не потерять шустрого медведя, вы можете ориентироваться по следу искателя меда. На пути отважной пчелки будут встречаться как дополнительные бонусы из разных цветов, так и враги, которые совсем не облегчают и без того нелегкий путь. Для того, чтобы пробраться через особо сложный участок леса, вы можете использовать бонусные цветы. Одни немного притормаживают главного героя, а другие, наоборот, придают ускорение. Управлять маленькой пчелкой можно только с помощью акселерометра. Отклоняя парад вправо, вы заставляете пчелку подниматься вверх, влево опускаться вниз. Погоня за воришкой продолжается целых 23 уровня, на протяжении которых вам придется собрать немало капелек меда, цветов и увернуться от десятков врагов. Полная версия Be Avenger обойдется вам в $1.5. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.